Сегодня 3 июня. Это горох джекпот. Участок уже обработан фунгицидом фазу бутонизации, инсектицидом, фунгицидом против ржавчины, инсектицидом против брухуса. Ну, в целом вид достаточно здоровый. Насекомых таких я прям, чтоб сидели, не замечаю. Работали эйфории. Это норма 1,4 миллиона. Самая максимальная норма. Ну, горох достойно, конечно, выглядит. Прям стеной стоит. 1,2 миллиона штук на гектар. Миллион. Традиционная норма. 800 тысяч. Видно уже просветы. Ну и 600 тысяч. Джекпот. Джекпот. Конечно, традиционная и оптимальная норма является 1 миллион. Вот она. Которая, по сути, на данный момент, наверное, одна из таких более оптимальных, потому что гороха бывает масса 1300 грамм, и миллион это уже 300 килограмм. Горох достаточно крупный. Поэтому сеять 1,2 как-то неудобно. Или 1,1. Ну и плюс она оптимальная норма по урожайности. По урожайности. Обычно это так. Но все равно тестируем на норму высева.